Неформальное общение, свобода мнений и открытая дискуссия. Именно в таком формате в Национальной библиотеке сегодня проходит второй республиканский форум молодых библиотекарей. На 2 дня в Чебоксары съехались лучшие библиотекари республики, чтобы поделиться опытом, своими наработками, рассказать о проектах и просто пообщаться. Это уже третье подобное мероприятие за последние 5 лет, организованное Министерством культуры Чувашии и Национальной библиотекой. Мне очень приятно видеть вас сегодня, почти 200 человек. И вот даже вчера были в Красноармейском районе, смотришь зал, смотрю, одна молодежь. Я думаю, боже мой, пришло все-таки новое поколение, которое мы очень надеемся будет развивать нашу библиотечную отрасль. Все, что наработано за эти годы, оно будет только приумножаться. Официальная часть завершилась торжественной церемонией награждения лауреатов и дипломантов 2-го республиканского смотра конкурса «Библиотека 21 века». Среди многих была отмечена и библиотека Раскильдинского сельского поселения Аликовского района за экологический проект «Живи, родник, душа России». По преданиям старожилов находится на территории нашего поселения 7 источников. Вот найдены, выявлены 2 источника. Вот один источник, это святой источник, это мы благоустроили. Мы 2 года работаем над этим проектом. Мы на этом не останавливаемся. Еще предстоит многое сделать. Хотим создать туристическую тропу республиканскую. У нас при библиотеке работает мини-музей. Там у нас очень много материалов. Постоянно студенты приходят. Форум будет продолжаться 2 дня. За это время лучшие библиотекари проведут мастер-классы и тренинги. Состоятся встречи с представителями власти, руководителями общественных организаций и вузов. Организаторы планируют обсудить такие сложные вопросы, как положение библиотеки в контексте государственной молодежной политики, роль молодых специалистов в развитии муниципальных библиотек как фактора привлекательности малой родины, развитие библиотек в цифровую эпоху. Душой можно будет отдохнуть на концертах, а на выставке, которая развернулась в фойе библиотеки, познакомиться с продукцией Чувашского книжного издательства и изделиями народных мастеров. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.